Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel, и сейчас мы открываем атака Марса. Купили за 9000 монет. Ну что ж, поехали, посмотрим, что там за атака Марса. Мы поедем на Фениксе. Вот у нас атака Марса. Мы находимся сейчас на Марсе, да, получается? Ух ты, подожди, в смысле? Что, тут инопланетяне эти будут летать, что ли? Офигеть! Реально инопланетяне? Ну, хорошо, они взрываются легко. А вот этого как победить? А, нет, все, победили. На! Все, мы сейчас здесь будем стоять, их стрелять. Где они там? Вот это атака Марса, слушай. Интересное кино. Здесь чисто... А, здесь не будет... А, нет, есть еще обычные танки, слушай. Есть обычные танки. Чтобы они были неладные. Чтобы им неладно было. Но хоть это не... Суны, которые... Ух ты! Так быстро этот сам лазер напасть, босс. Ладно, давайте вниз. Но лучше в ложбинке быть. О, вот сюда я сейчас стану. Ух ты, так быстро умер. Тикс. Блин, а сколько вот этих марсиан? Много. Ну хорошо, что они как бы достаточно таки слабенькие. О, и вот эти чуваки здесь. Луны, которые лунные танки. И что дальше? Мне интересно, никого нету. На! Вонючки, сгорите. Есть. Мне нравится, что огонь до них так далеко доходит. Либо у меня просто феникс прокачанный. Кстати, его можно еще больше прокачать, Феникса. Блин, бомбочку свою кинул мне прям. Которая нам не нужна здесь. Бомбочка это была. Так. Едем аккуратненько. Опачки. О, еще один чувак. Какую-нибудь бы броню бы еще делали, чтобы можно было покупать для танка. Так, 83, заметил? Опа! Ух ты, две монеты дали. Это из-за скорости, что ли? Ай-яй-яй! Тихо. Немножко меня поджарил. Едем дальше. Так, а ты что здесь стоишь, стреляешь, а? Дурачилова. Одинокий танк. Так, дотянется? А, не особо и дотягивается, конечно, но... С лазером он ближе почему-то. Дотянуться ему легче. Ну, ладненько. Так, монетки берем. На, получай. Так, блин. А, на. Так, следующий. Все. Ох, сколько два это. Три. Еще он едет. Так, а вот этого почему я не могу? На. Ох ты, тихо. Давай, едь сюда. Все. 488 монет у нас уже. Так, ладно. Хорош, еще, смотри, едет. Есть, уничтожили. Так, вот этого чувака сейчас. Так, нет, надо его как-то сюда позвать, чтобы он подъехал. Потому что мне там будет его неудобно стрелять. А, нет, он стоит на месте, типа якобы он там застрял. На, готов. Так, босс. Ой-о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 й. С повелителем у нас. Повелитель, как... полноправный хозяин
Марса решил на меня наехать, да, сразу? Все, подлечились. Так, только не максимально, конечно, ну ладно. О! Пошла жара в хату. Сейчас много будет этих танков. О, я сказал. Много-много-много будет их. 552 монеты всего вот это. Ну, видишь, здесь получается, что сложные вот эти вот, сложные. Они меня вот лишь отжаривают легко. О, сколько летят, смотри. Сколько их летит много. Так, подвесимся. Целая волна. Декс. А такие где, это, сухопутные танки? Их нету уже? Только вот эти НЛОшки, что ли, получается? Да! НЛОшки. С лазером. Все готово. Все, и этого сейчас я отжарю. Отличненько. А вот тебе и Марс. Такие звуки еще они издают. Ай-я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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да сколько вас много? Вы же меня сейчас всего уничтожите. Так, отступаем. Смотри! У них лазеры как далеко доходят. Нигде не скрыться. Даже холмы не спасают. Я не знаю, почему так реализовано. Я же как бы под холмом стою. Ну что? Нет никого, поехали. Интересное кино получается. 700 монет у нас как бы есть. Но здоровье уже маленькое. Ой, тихо-тихо-тихо. Опять, смотри. На меня едут. О, нужно отстреливаться. Огнеметиком. О, отлично. 755 монет. Так, ладно, эти монетки мы сейчас забираем. Тихо, что-то я это слишком ускорился. Вот, сколько много этих чуваков. Так, мне главное верхушек стрелять. Верхушки. Они вот жарят. Все. Итого у нас, ребята, 800 монет. И здоровья уже вообще нет практически. Сейчас меня... Вот, все, он меня сжарил. Просто сжарил. Так, посмотрели рекламку, восстановили здоровье. Можно продолжать дальше. Сейчас сразу мы захилимся. Так, этого сейчас выжариваем. О! Не очень я в хорошем месте стою. Давайте отъедем отсюда. Вот так вот. Так, там еще какой-то был танк? Или мне это показалось? Не, нет. Пока... А, нет, вот он один, смотри, стоит. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо слишком... Пока скоро, смотри, босс будет, я так смотрю. Вот и босс у нас. А босс у нас Легион. Воды. Не-не-не-не, поближе мне надо спасать, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё творишь, а? Ты чё творишь? Ты меня чё, убить хочешь? Так, ладно. Ты чё-то неудобно. Всё. Блин, и две ракетки в конце на меня упали. Как печально. Так, еще я своим ремкомплектом подлечусь. Все нормально. Теперь они злее намного будут. Их намного больше будет. Вот, пошли. Где там? Сейчас такая толпа приедет. Такая толпа прилетит. Я уже слышу.
беру. О, летят, смотри сколько чуваков этих. Марсиане. Вот, слышно, как летят. Ага, успеет отжаривать. Немножко, но успевает. Ну, давай, блин, поближе подъедь ко мне. Ну что, на том же месте, да, стоит? Ждет, чтобы я подъехал. Ну, это да, я подъеду. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж вы такие, этот, дальнобойные, а? Танки. Что ж вы так далеко бьете-то? Так, я не знаю, кого здесь мочить, верхних или нижних. И нижних надо, и верхних. Все. Всех отмочил. Так, вот этого тоже красненького. Да, здоровья у меня вообще нету. Ладно, давайте хотя бы тогда монетки соберем. Ох ты, гад, не дал мне собрать все монетки. Убил меня. Ну что ж, такая вот игрушка мне понравилась. Да, новая карта. Марс. Интересная карта. Ребята, а как вам? Понравилась карта или нет? Пишите комментарии, если понравилось. Также передавайте приветы, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.